Братья, вопросы борьбы Запада с Востоком не отменялись. Сегодня они усиливаются. Сегодня на территории Новороссии решается именно этот издревле взятый вопрос. Вопрос борьбы Запада и Востока. Восточного вероисповедания православного и католицизма и других вероисповеданий, извечно желающих погубить веру православную. Сегодня, слава Богу, из ополчения превращается в боеспособную армию. Мы знаем, о чем говорим. Сегодня есть возможность обучаться и работать как положено. А врагам говорим, не приходите сюда, смерть найдете. Ничего, кроме смерти. Что еще добавить? Ну, вы видели, что значит наше предупреждение. Говори. Ну, теперь понятно. Стоп. Нет, нет. Вы видели наше предупреждение, которое относится к оккупантам, которые хотели бы сюда прийти. Наши деды воевали, наши отцы воевали, и мы воевать будем. Никого из оккупантов, кто с мечом к нам, тот от меча и погибнет. Это не мы сказали, это до нас сказали. Но актуально это пословица и сегодня. Все.